Верно, да? Да. Ну, значит, мне повезло с первого раза. В каком-то смысле. Да нет, забудь. Ну, пришла я сюда не просто так. Меня опять седалка твоя позвала. Я как бы временно здесь. Я только здесь на один раз, так что... Ну, у меня есть силы создательницы некой. О, боже. Только не опять. Как будто мне это нравится. Ну и мне придется тебя немножко изменить. Не волнуйся, в нормальном мире ты не поменяешься. Это произойдет только в мире креатора. Меня опять будут редизайнить, да? Ну что типа того. О боже, началось. Ну и первое, что мне придется тебе изменить, это ушко. Ухо, ухо, не трожь, пожалуйста, оно особенное. Она досталась от первой оски. Терять я его не хочу. Ну, так попросила создательница. Бери все, что хочешь, но ушко я тебе не отдам. Она просто станет более экономичным. Ну нафиг. Ну ты нытик. Ну блин. Ну это только начало. Ну блин, верни мне ушко. Судя по всему, здесь редизайны, да? Эта зараза украла мое ушко. Меня попросили, ничего не знаю. По сути, меня здесь не должно было быть, я просто очень хорошо получившийся оска создательницы. Оу, я. Ты хоть шарфик не заберешь? По желанию я ему могу просто заменить. Так, шарфик не трогать. С такими успехами у меня вообще ничего не осталось от прошлой оски. Ну, я даже просто не знаю ее как это комментировать, потому что я в этом не виновата, так как меня попросила создательница взамен награда. Какая награда? Ну, я, собственно, ее уже получила, потому что я оказалась в твоих видосиках, а не просто пылилась по никодах. А, ну да. А второе, это немножечко градиента на носике. Я его ненавижу в этом мире. Я тебя казню, знаешь? Я выгляжу как больная феечка, серьезно. Ну, насчет феечек я тут не знаю. Ну, предположим. Надеюсь, меня там трогать не будут, не? Вроде бы ничего тебе менять не собирались. Она говорит, что ты самый идеальный персонаж из всей ее вселенной, так что это нормально. Ау, за это и казнить могу. Хе-хе-хе. Издеваешься надо мной, а теперь еще и ржешь. Может, лучше бы дикцию мне вернула нормальную. Ой, да ну. Даже не знаю. Ну, с тобой вроде бы все. Наконец-то. Характер поменяется немножечко позже. В смысле? Ты станешь нормальной пони. А я? Зато у тебя скоро будет оружие. Какое оружие? Не волнуйся, Рон этой фразы не слышал, потому что он ее тебе предложит. Он предложит мне оружие? В смысле? Ах, слишком много информации для тебя. Ё-моё. Что создательница планирует, а? Ох, будет шикарный канон, я тебе обещаю. Ну ладно, предположим. Ну, возможно, вы станете ростом по двадцаточку, но это нормально. По-моему, мы не растем, а только наоборот. То дылды по 40, потом по 30, а теперь вообще будем по 20. Мне уже дальше, наверное, вообще будет под десяточка, а то и под 0. Но это не точно так, что можешь просто успокоить сейчас и жить. Это фраза, наоборот, меня настораживает. Ах, да, забыла кое-что сказать. В редизайне это не все. У тебя еще будут глаза нормальные. Так куда уже зеленее, я не знаю. Ну, блин. Ну, сначала они были у тебя темно-зеленые, точно-точно такие, как у Рона. Потом они стали тебе, как сейчас. Сейчас там более, как из палитрки. Йоу. Они поменялись только что, да? Ну, да. Вот бы мне всю эту силу навсегда. Так, даже не думай. Хе. Впрочем, тебе скоро уходить. Ну, как только я приду, все силы потеряются, а насчет времени тут ничего не сказано. Ну нафиг. С такими успехами мне лучше просто взять и убежать, потому что сейчас ты начнешь на меня нападать. Ну, убежать ты тоже не сможешь, потому что я могу тебя телепортировать на эту полянку назад. И долго ты будешь так за мной бегать? А тебе что, не нравится? Не то чтобы мне это не нравится, но это просто очень стрёмно. К
креаторе нельзя поменять, сделать градиент крылья, поэтому тут немножко тебе повезло. Ну а еще у меня должен быть градиент на ушке, но его там тоже нету. Так мне можно уходить, да? А, ну да. Ты же сказал, что это все. Ну, теперь это точно все. Ну блин. Прошло 5 минут, и я уже изменилась, почти не похожа на себя прошлую. Ну что тут поделать?